Сочи уже не в первый раз принимает министров и руководителей чрезвычайных служб государств-участников Организации Черноморского экономического сотрудничества. Цель трехдневного визита – обмен опытом в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, прогнозирование сейсмических рисков, природных пожаров и наводнений. Обсудить актуальные для Черноморского региона вопросы собрались делегаты из 9 стран – Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Молдовы, Румынии, Сербии, Турции и России. Под председательством нашей страны проходит нынешнее заседание. Именно координация и взаимодействие всех стран ЧЕС дает перспективы дальнейшей работы по минимизации ущерба и созданию комфортных, безопасных условий проживания людей в этом регионе и реализации всех экономических, социальных, культурных и иных проектов. Как предотвратить и минимизировать последствия пожаров, землетрясений и наводнений, обсуждали министры. Отдельный вопрос – защита от паводковых вод. Тема, кстати, весьма актуальная и для Сочи. Количество наводнений по всему миру увеличилось в 3 раза, приводят цифры ученые. А экономические потери от этого бедствия выросли в 9 раз. Проблема требует конкретных решений, отметили на совещании. Это очень важная встреча, ведь на территории стран-участников Черноморского экономического сотрудничества проживает много людей. Результаты нашей встречи, я думаю, последуют незамедлительно. Это важно для жителей всех стран-участников совещания в Сочи. По итогам совещания страны-участники ЧЕС приняли совместное заявление о подтверждении намерений развивать сотрудничество. И сегодня же министр МЧС России и генеральный секретарь стран Организации Черноморского экономического сотрудничества провели двухстороннюю встречу, в ходе которой обсудили перспективы взаимодействия. Не обошлось и без подарков. От министра Владимира Пучкова генсек Михаэль Христидис получил фирменные часы спасателя МЧС России. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.